А насколько важно в сегодняшнем матче дать сыграть всем игрокам? Или все-таки сегодня важна победа в первую очередь? Слушайте, ну всегда, выходя на поле, надо думать о результате. И, конечно, это очень важно. Если ты не думаешь о победе, зачем вообще играть в футбол тогда? Поэтому будем стараться совместить оба этих фактора сегодня. Как и результат, так и возможность, чтобы все футболисты почувствовали вот эту атмосферу, которая будет здесь на стадионе, и сыграли.